Нас всегда привлекает что-то секретное, таинственное, скрытое от глаз. В современном мире, где многие границы стали условными, еще остаются закрытые города. Попасть сюда можно только по специальному пропуску через контрольно-пропускной пункт КПП. Что скрывается за тремя рядами колючей проволоки? Чем сегодня занимаются жители некогда городов-невидимок? Что поменялось после снятия грифа секретности, а что осталось неизменным? Мы покажем один день из жизни закрытого города. Трехгорном раннее утро. Медленно из-за гор поднимается солнце. В городе еще тихо и безлюдно, а внизу медленно наступает утро. В домах загораются первые лампочки. В 6 часов начинает работать общественный транспорт, значит, водителю нужно быть в автопарке еще раньше. На автобусах люди едут на работу, в школу, детский сад. У автобусников за рулем мыслей не бывает. Объясняю, надо, только подъехал к остановке, надо трогаться от остановки. Тут светофоры. Обязательно надо смотреть, как двери закрылись, не закрылись. Вот именно, как себя... Обязательно надо обращать внимание на пассажиров. Самое главное для нас – пассажиров. Я стараюсь с пассажирами дружить. Сегодня около 2000 малышей Трехгорного посещают детские сады. В 2019 году началось строительство нового дошкольного учреждения на 240 мест. Это позволит избежать очередей в детские сады на несколько лет вперед. Семья может устроить своего малыша в любой детский сад, изобилие детских садов. Большое количество секций, кружков. И то, что город закрытый, вот эта вот специфика нашего города, что родители спокойно могут отправить ребенка и до школы, и отпустить во двор поиграть, и отправить в магазин. Трехгорный – очень компактный город. Обойти пешком его можно за пару часов. Несмотря на ограниченное пространство, Трехгорный продолжает строиться. На улице Строителей заканчивается возведение дома на 60 квартир и жилья для военнослужащих. Сложно представить, что еще 70 лет назад здесь была дикая природа. Обелиск в честь первостроителей города – без преувеличения знаковое место. Всего за несколько лет они возвели уникальный в мировой практике завод и построили город, в котором теперь так комфортно жить. Это было в 1957 году. Приехал с Москвы представитель в наш техникум в Куйбышев. И говорит, кто хочет ехать на новые стройки, пожалуйста. Мне предложили Коломну, Пенза с цифрой и вот Зутовус 20. Я не знал, что я буду железобетонщиком. Я готовился строить дома. Я еще шутил. Когда бараки жили, говорю, вот фундаменты, вот построить дома лет через 5, нас может туда поселить. Но в основном в это время работали заключенные. Прежде чем начинать строить, огораживали колючей проволокой. И кругом стояли часовые, которые не позволяли проникнуть вот этим заключенным. В то время же это самое, в сталинские времена, по-моему, 1,5 миллиона было таких почти невинных. После войны даже некоторые в плен попадали, без разбора их толкали вот на эти стройки. Очень хорошие специалисты, умные люди были. Между ними, конечно, были и такие, которые, может быть, даже... И советскую власть не признавали. А потом на бетонном мне пришлось тоже работать год, два или три с заключенными. Я решил, что кроме солдат, вольноемных и вот заключенных, самые лучшие, самые исполнительные, аккуратные были заключенные. Вот эти дома все построили заключенные. Вот. Но потом заключенные ушли, появились эти отряды, строители.
Трехгорный – закрытый российский город в Челябинской области. Основан 9 апреля 1952 года. В этот день в поселок Василовка на ЖД-станцию «Красная горка» прибыл первый эшелон строителей. Кругом лежала тайга, где не ступала нога человека. Именно здесь должен был появиться сверхсекретный объект, а вместе с ним и будущий город. Свое окончательное имя «Трехгорный», а в советское время его звали «Златоуст-20» и «Златоуст-36», получил по географическому расположению. Город находился на берегу реки Юрюзань. Его окружают три горы – Завьялиха, Шуйда и Бархотина. В городе часто облачно, пасмурно и нет сильного ветра. Это мешало разведчикам рассмотреть с воздуха, что находится внизу. Через 3 года после прибытия первых строителей заработал секретный объект – приборостроительный завод, ставший первым в стране серийным предприятием по выпуску ядерных боеприпасов. Изготовил 2 тактические авиационные атомные бомбы РДС «Татьяна». На сегодняшний день приборостроительный завод остается ключевым элементом ядерного щита России. На градообразующем предприятии трудится треть взрослого населения ЗАТО. Но Трехгорный – это не только завод. Он успешно развивает и ищет новые точки роста, чтобы каждый из 33 тысяч жителей смог найти себя в родном городе. Не случайно на улице Строителей расположен историко-культурный центр города Трехгорного – музей истории города. Он бережно хранит страницы прошлого. Я обратила внимание, что наш город имеет большое значение в мировой политике. Для меня, например, стало удивительно тот факт, что наш завод имеет отношение к многим историческим событиям мирового масштаба. Я, когда училась в университете, занималась историей всеобщей в основном. Для меня были интересны такие факты, как Карибский, например, кризис в 60-х годах прошлого века. И когда я узнала, что наш завод имеет непосредственное отношение к этому мировому событию, мне было приятно, что да, мы тоже оставили свой след в истории. Мы показываем жителям нашего города, гостям нашего города, чем мы можем гордиться. Сюда приезжали люди, необычные люди, которые с искрой. В одном из стихотворений о нашем городе сказано, что наши люди подобны икарам. Вот тому мифическому герою я согласна. Наверное, вот в этом мне нравится наш город. Я родилась в Трехгорном. После школы я уехала, я поступила в Челябинский государственный университет. Больше 10 лет я жила в Челябинске, и потом я вернулась сюда. Потому что здесь я смогла найти для себя работу, которая меня интересовала, которая стала такой основой для моего развития, для моей карьеры, для моей семьи, для создания моей семьи. Все это сошлось именно здесь, в Трехгорном. Это город, который может дать толчок в развитии. Например, в нашем городе живут достаточно много известных спортсменов, которые вышли из нашего города. Многие люди из нашего города выросли дальше, они смогли построить свою карьеру. Трехгорный – это город возможностей. Трехгорный – это город, в котором комфортно жить. И поэтому люди могут сами планировать свое будущее. Именно, наверное, этому можно учиться в Трехгорном. Начиная со своего основания, сюда приезжали люди, которые строили город, которые представляли, какой они хотят, и они сами это делали. Очень редко кто спускал свыше эти решения. В основном это были именно инициативы снизу. То есть то, что ты хочешь, так как ты видишь свой город, ты можешь его построить. Преданность своему делу и упорный труд – то, что отличает жителей Трехгорного. В городе самый низкий в области уровень безработицы – всего 0,5%. Здесь каждый может найти занятие по душе – наука, спорт, творчество. В небольшом городе реально открыть большие перспективы. На градообразующем предприятии, приборостроительном заводе, сегодня трудятся более 6 тысяч человек. Одно из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом» выполняет гособоронзаказ и выпускает гражданскую продукцию – оборудование для атомных электростанций, станков, убранство для храмов. При этом почти всю работу за человека уже выполняют приборы и роботизированные установки. Профессию атомщика я выбрал по следующим причинам. В 1967 году я закончил среднюю школу. Ну и, конечно, думал о том, что мне нужно поступать в институт. И принял решение поступить на специальность конструктор автомобилей. Поступил в Челябинский политехнический институт, и в 1972 году я его закончил. Принял решение переехать в наш город. Подал заявление на завод. Мне было предложено работать инженером-технологом. А поскольку оформление занимало продолжительное время,
что мне уже выбирать не приходилось, я согласился. Но в то время я должен сказать, что многие на заводе и в городе практически не знали то, чем занимается, что выпускает наше предприятие. Я не предполагал, чем мне придется заниматься. И когда я пришел в свой новый коллектив, мне дали задание, получил первый чертеж, открыл его. И вот я до сих пор с волнением вспоминаю вот тот момент, когда я увидел то, чем мне придется заниматься сборкой какого изделия, прочитал в основной надписи чертежа. Боевая часть ракеты «Вихрь». Вот она представлена у нас здесь, в нашем музее. Ну и так вот уже на протяжении 44 лет, работая в разных подразделениях предприятия, на разных должностях, я занимаюсь обеспечением, организацией выпуска той основной продукции, которая нам планируется государством по гособоронзаказу. Я ни на минуту не пожалел о том, что я выбрал эту профессию. Благодарен судьбе, что вот так и случилось. И даже более того, я хочу сказать, что я горжусь тем, что вот в той важной, ответственной работе по укреплению обороноспособности страны есть и моя небольшая доля. На предприятии уверены, за молодыми кадрами будущее. Для подготовки квалифицированных специалистов на заводе открыт учебный центр. Работа очень увлекательная. У меня было не меньше 10 командировок в году, причем совершенно в разные места нашей родины. Я был на севере, и на юге, и на Дальнем Востоке, и на Камчатку несколько раз забрасывал. То есть с работы я повидал очень много интересных и классных мест, что, в общем-то, тоже было очень интересно. Здесь родились мои дети, мои девочки, дочери. Здесь они учатся, здесь они развиваются. Я считаю, что наш город очень удобен для как раз вот того, чтобы вырастить детей. У нас очень много спортивных, культурных, творческих, технических, внеурочных занятий, кружков, секций. Мои дочери занимаются творчеством, идут по моим стопам, что мне очень приятно. И они могут заниматься этим фактически вот сами, ходить в эти кружки, потому что город безопасный, город маленький, город компактный. Все мы друг друга знаем. Поэтому жить в этом городе мне лично очень комфортно и здорово. Путь с работы домой занимает совсем небольшое время, поэтому мне остается практически весь вечер заниматься интересными делами, творчеством, спортом. Поэтому жить в Трехгорном, я считаю, очень здорово и комфортно. Начать свой профессиональный путь в ядерной отрасли можно в филиале одного из самых престижных вузов страны – научно-исследовательском ядерном университете МИФИ. Трехгорный технологический институт готовит специалистов для приборостроительного завода и других предприятий горнозаводского края. Наш вуз уникален по степени значимости для своей территории, потому что является отраслевым и единственным вузом горнозаводской зоны Челябинской области. Мы готовим по направлениям подготовки среднего профессионального образования и высшего образования. У нас 8 направлений образовательных программ среднего профессионального образования и 6 направлений высшего. Желание наших студентов учиться в нашем институте обусловлено прежде всего, естественно, работать в атомной отрасли. Мы их активно в этом поддерживаем, поддерживает их в этом наш приборостроительный завод, потому что благодаря его финансовой, моральной, материальной поддержке мы стали тем вузом, которые входят в 30% лучших вузов Челябинской области. И мы стремимся к тому, чтобы наше образование, естественно, выскочило на новый виток, потому что понимаю, что задача Росатома – это создание цифровой образовательной среды, экосистемы, в которой мы будем непосредственными участниками. И понимаем, что переход от аналогового образования к цифровому – это сейчас первоочередная задача Росатома. Трехгорный своим примером доказывает, что получать современное высокотехнологичное образование совсем не обязательно в столице. Проект госкорпорации «Школа Росатома» меняет взгляд на обучение. Оказывается, в науке есть место творчеству. Проект «Школа Росатома» – проект уникальный. Во-первых, он направлен на то, чтобы поддержать уникальность каждой системы образования в закрытых городах и вообще в городах присутствия Росатома. Проект, он нацелен в будущее. Он желает сделать образование в этих городах на шаг впереди,
чем по всей стране, сделать его современным. Мы должны подготовить ребенка жить в изменяющемся, причем с максимальной скоростью, быстро, мире. Мы должны его научить жить в мире нестабильном. Мы должны ему дать понять, что ему придется учиться всю жизнь. Потому что уже сейчас многие профессии отмирают. Есть даже такое понятие профессии пенсионеры. Многие профессии появляются, но никто практически не может точно сказать, а в 2030-50 году какие будут профессии. Поэтому школа проекта вот этого, она нас учит изменять подход к образованию. Не нацеливаться на передачу суммы знаний. И от этого меняется позиция учителя. Он не транслятор информации. Кроме него сейчас очень много информации. И ребенку сложно понять, почему он должен учителя слушать, когда он Google может спросить. А учитель должен скорее быть коучем, тьютором. То есть он как бы координирует ребенка в этом огромном информационном потоке. Перед нами стоит задача так организовать всю образовательную среду, чтобы ребенок мог себя постоянно пробовать за пределами урока, в разных видах деятельности, в творчестве, в интеллектуальной, в спортивной. Рынок сегодня, а уж тем более завтра, ждет мотивированных людей на решение сложных задач в усложняющемся мире. Вы знаете, у нас школа общеобразовательная. Мы не делаем никакого отбора. Мы рады всем. Мы приглашаем всех с 1 класса по 11 класс. Пожалуйста, для всех открыто. В нашей школе есть такой девиз и вот при входе в школу. Будьте открыты новым возможностям. Он обращен ко всем. К детям, к учителям, к родителям. А мы, администрация и коллектив, стараемся эти возможности создать. Чтобы добиться успеха, нельзя стоять на месте. Творческим центром города по праву является детская школа искусств. Свои двери она открыла в 1957 году. Это был барак, в котором проводили только уроки музыки. Сегодня в школе занимаются 900 человек по целому ряду направлений – музыка, вокал, скульптура, рисунок. Но выбор пал именно на творчество в музыкальной школе, а не в спортивных секциях. А фортепиано, ну, течением просто получилось так, что выбрала фортепиано. Атмосфера легкая, нет такой нагрузки, как в общеобразовательной школе. Нравятся теоретические предметы, специальностью занимаюсь очень много. Прихожу со школы сразу сюда и до 6 занимаюсь здесь. Нет такой, чтобы усталости было, поэтому музыкальная школа как бы приносит только удовольствие. Начинающие пианисты пробуют свои силы на элитном рояле производства немецкой компании «Бехштейн». Инструмент, которому позавидуют даже школы искусств в областном центре, подарила учреждению госкорпорация «Росатом». Чтобы убрать беспризорников с улиц, коммунистическая партия организовала детские музыкальные школы. То есть культуру насаждали, буквально насаждали. Не предлагали им туда пойти, а насаждали. И вот этот вот лозунг у нас идет до сих пор. Культура у нас должна насаждаться вне. И он работает, потому что, по большому счету, культура – это общее такое большое понятие, которое касается вообще всех сфер жизни. Да, недаром в компанию Microsoft берут людей только те, которые имеют музыкальное образование. Потому что креативное мышление еще никто не отменял. Креативное мышление – это широта мысли, это развитие, это умение самоорганизоваться в первую очередь, что сейчас очень востребовано в современном мире. Ну а детская школа искусств в нашем городе – это уникальное вообще учреждение. Честно говоря, она прошла очень долгий путь развития с 56 года. Нам уже 63 года в этом году. Вот мы совсем недавно отметили 63 года. 21 августа у нас был день рождения. Мы прошли от барака, когда занимались, ну, буквально на коленках. Не было ни инструментов, не было ничего. И, конечно, без культуры здесь никуда. Хлеба и зрелищ. Великий лозунг на все времена. Хоть в Древней Греции, в Древнем Риме, хоть в современном Трехгорном. Ради Бога. Человек, который не видит счастья, он не видит его нигде. Если он пришел осуждать, он осуждение это найдет везде. А вот, кстати, детская школа искусств учит детей видеть счастье в мелочах. В музыке, в звуках, в окружении, в общении с людьми. Самое дорогое, что мы сейчас имеем, это общение с людьми. Да? Не в телефоне мы это сидим, а мы это слышим. Мы впитываем звуки, которые
являются интернациональными. Мы можем не понимать языков. Я не знаю ни индийского языка, ни китайского, никакого языка. Музыка – это не универсальный язык. Может быть, это устаревшая фраза. Но, тем не менее, так как воздействует музыка на сердца, на людей, на души, так не воздействует ничто другое. Мы можем под нее плакать, мы можем под нее смеяться, мы можем под нее ностальгировать, мы можем столько эмоций переживать. И именно вот это как раз-таки воспитание культурного слушателя, человека чуткого к проявлениям вообще жизненным, и есть особая функция детской школы искусств. Талантливые наставники, преданные своему делу, настоящие друзья. Вдохновение, вера в свои силы – то, что находят воспитанники Центра детского творчества. Для удобства корпуса и клубы расположились в разных точках города. Помимо художественного и физического развития, тут с ранних лет занимаются программированием, лего-конструированием и моделированием. В Центре детского творчества воплощаются мечты подрастающего поколения. Здесь выявляют и развивают таланты детей и дают свободу для творчества. В первую очередь в Центре детского творчества мне нравится атмосфера, которая тут царит, то есть доброта, слаженность коллективов, хорошие педагоги, хорошая аппаратура, хорошая сцена. Очень нравится тут заниматься, всегда иду сюда с какими-то положительными эмоциями. У нас всегда каждому ребенку идет разный подход. Если ребенок как-то боится или ребенок зажат, педагог всегда ему поможет и всегда с ним поработает отдельно, чтобы ребенок начал потихоньку раскрепощаться. Город создают люди. То есть если люди станут чуточку добрее и будут как-то более относиться лучше к каким-то переменам, изменениям, не будут резко прям негативно реагировать на что-либо, я считаю, что город станет лучше. Просто нам всем нужно стать немного добрее. Возможно, после окончания учебы я вернусь в этот город, поскольку я считаю его хорошим, очень хорошим для создания семьи и воспитания детей. То, каким сегодня мы видим Трехгорный, результат работы в этом здании, городской администрации. Здесь располагаются органы представительной и исполнительной власти. Глава города, глава администрации, собрание депутатов. Город ждет всех, потому что жизнь меняется, она течет, изменяется. Люди по каким-то обстоятельствам уезжают. И необходимо, конечно, чтобы те вакансии, которые образуются, они занимались, и на их место приходили достойные люди с образованием, которые желают улучшить город, улучшить то место, куда они пришли работать. В городе существует программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Эта поддержка осуществляется в трех формах. Это имущественная поддержка. У нас через программу приватизации предоставляется в аренду или даже на продажу помещения, в целом здания. Это консультационная поддержка. Ну и, конечно же, есть финансовая поддержка, пусть она хоть и незначительная, в пределах 300 тысяч, но тем не менее, мы уже за последние несколько лет, те, кто обращаются, с этой поддержкой эту помощь оказываем. И, конечно, безусловно, видим, еще раз повторю, развитие именно в приходе внешних инвесторов, которые вкладываются в город, создают новое производство, улучшают сферу услуг, развивают другие направления. В общем, делают нашу жизнь ничем не отличающуюся от больших городов. Наверняка впереди Трехгорный ждет и много спортивных побед. В маленьком городе выросло уже немало больших чемпионов. Больше трети жителей регулярно занимаются физическими упражнениями. В Трехгорном работает спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва, которая готовит акробатов, прыгунов, легкоатлетов, футболистов, волейболистов, лыжников и сноубордистов. Для того, чтобы чемпионов стало больше, нужно, чтобы родилось больше таких детей. А для того, чтобы родители именно в семье заложили те задатки, чтобы можно было потом тренеру отобрать тех ребят, мальчишек и девчонок по разным направлениям, чтобы они могли себя проявить в той или иной дисциплине, в том или ином виде спорта. Ну и, конечно же, это материальная база, спортивная база. Когда ребенок приходит в красивый, хороший зал или на красивую площадку игровую,
красивое спортивное сооружение, уже охота заниматься спортом. В 2001 году, когда меня назначили руководителем школы, эта школа называлась ДЮСШ, номер один. А затем, через год, была проделана определенная работа, и ей придали статус Олимпийского резерва. Что такое Олимпийский резерв? Это не только резерв сборной команд страны, это в первую очередь резерв областной области. Нужны были определенные показатели, нужны были определенные спортивные результаты, нужны были кадры, нужно было, чтобы тренеры имели как можно больше высшую категорию, да, имели статус. Поэтому ряд вот таких показателей и дает на присвоение такого звания. То есть мы стараемся на протяжении всей своей жизни, всей своей вот такой спортивной жизни, все-таки сохранить ту планку, которая у нас сейчас есть. Мы не хотим опуститься ниже до уровня спортивной школы. Я ничего не имею против статуса спортивной школы, но все-таки приставка или даже словосочетание «Олимпийский резерв», оно как бы еще больше дает возможности подталкивать тренеров на более высокие результаты. В спортивную школу пришел в 91 году. Сулееву Петру Федоровичу. За время занятия спортом стал неоднократным победителем первенства России, участником первенства мира в Южной Африке, победитель Еврокубка во Франции. Также выполнил норматив мастера спорта России. Отличный результат работы для меня – это, прежде всего, получить удовлетворение от работы, видеть, как мои дети, мои воспитанники занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Хочу видеть, как они растут, радуются и получают удовлетворение от занятия спортом. Жизнь тренера, она очень разнообразна, и здесь приходится отдавать полностью себя, свое личное время, чтобы получился какой-либо результат. Улица имени Константина Арсеньевича Володина, первого директора приборостроительного завода. Здесь расположен дворец спорта «Олимпиец», в котором находится бассейн с автоматизированной системой очистки воды и ряд спортивных секций. Здесь созданы все условия для занятий спортом, как на профессиональной основе, так и для желающих поддержать свою физическую форму. Двери дворца спорта открыты для всех. Благодаря такому подходу 8 человек из небольшого города входят в основные составы сборных России. Стадион «Труд» – главная спортивная арена города. Здесь расположились беговые дорожки, большое футбольное поле и поля поменьше, искусственное с современным покрытием. Для занятий хоккеем предназначены две коробки. Также тут занимаются культуристы, волейболисты, баскетболисты и теннисисты. На территории стадиона расположена школа Олимпийского резерва по дзюдо. Борцы практикуются в бросках и учатся приемам на современном татами. В школе занимается у нас около 1000 человек. Есть отделение дзюдо и карате. За 40 лет школой было подготовлено более 60 мастеров спорта СССР и России. Вот. Один заслуженный мастер спорта. 7 мастеров спорта международного класса. Были подготовлены судьи всероссийской категории, 7 человек, и 2 судьи международной категории. Также в школе работают наши воспитанники, это заслуженный тренер России, 5 человек, заслуженные работники физической культуры, ну и много всевозможных наград. Тренера у нас участвуют в различных конкурсах мастерства на областном уровне, на всероссийском уровне, и занимали, становились лауреатами. Спорта. Основная цель – это привить любовь к физической культуре спорта. И, наверное, мы гордимся не только спортивными результатами наших воспитанников, но, наверное, по всей, я хочу сказать, гордимся теми выпускниками, которые прошли этот путь, встали на правильную дорогу. Многие работают на нашем предприятии приборостроительного завода, многие работают в разных сферах, разъехались по всей стране, нашли себя в жизни, и спорт им просто, дзюдо им помогло. Жизни. Самые начитанные жители Трехгорного за литературными новинками отправляются в две библиотеки. Центральную городскую и Центральную детскую библиотеку имени Аксакова. Они уже давно вышли за рамки хранилища книг.
Здесь нашли свой дом. Клубы и студии для детей и взрослых. Тут проводят спектакли, праздники, семинары и просто общаются по душам. Театр «Открытая книга» – это гордость детской библиотеки. Занимаются здесь по своему желанию. Берут всех, без кастингов и отборов. В театральную группу приходят до 60 юных актеров ежегодно. Кроме театра работают 8 залов, которые собирают 14 клубов и студий и для детей, и для взрослых. Учреждение получило звание лучшей детской библиотеки Челябинской области. Центральная городская, или как ее любят называть, взрослая библиотека – это культурно-досуговый, образовательный и информационный центр. В библиотеке работают 13 клубов по интересам. Для молодежи открыт отдел, оснащенный необходимыми техническими и информационными ресурсами для творческого взаимодействия и проведения мастер-классов. Вечер – время для того, чтобы побыть с семьей, встретиться с друзьями, отдохнуть после рабочего дня или посвятить свободные часы увлечениям. Дворец культуры Икар можно узнать по цветной мозаике. Камни для нее свозили из разных уголков Советского Союза. Рядом одноименная скульптурная композиция. Монумент задумался в 60-х годах, когда человек впервые полетел в космос, как стремление ввысь, к звездам. Ну а сейчас Икара некоторые жители в шутку называют Бэтменом. Я работаю во Дворце культуры Икар, а я хореограф. Да, я не буду оригинальным, я тоже работаю в Дворце культуры Икар, но я не хореограф, я работаю в досуговом отделе, заведующим сектором. В общем-то, меня пригласили сюда именно вот на работу конкретно, для того, чтобы создать коллектив и стать руководителем еще двух коллективов. Здесь была необходимость в хореографе, то есть не было руководителя. Родственники вовремя проявили инициативу, рассказали о том, что существуем мы, что есть талантливый хореограф, проживает в городе Аша. Естественно, директор сразу среагировал, нам нужен, мы готовы предоставить для этого все необходимые условия, чтобы нам комфортно тут работалось и проживалось в квартире. Вот, собственно, думали мы недолго, Ксения уехала первая. Ну, написала я сначала резюме, естественно, как-то положено, ездила, общалась с директором, с художественным руководителем, то есть их все устроило, и после этого я попала сюда. Аша находится в межгорье, да. Трехгор находится. Здесь, в горах, это было вот подниматься каждый раз в гору из горы, немножко тяжеловато, но... Прикольный фитнес. Да. Так, привыкала к этому. Но город сам вот понравился. Первое мое ощущение, впечатление было положительным очень. Красиво, необычно как-то так, люди другие. И очень немаловажно, нас очень тепло приняли в коллективе здесь. Да. То есть мне, как мужчине, особенно приятно, потому что все-таки преимущественный коллектив женский. Меня особенно тепло приняли. Периодически я наслаждаюсь этой теплотой, да. Икар становится современнее. В 2016 году на площади у Дворца культуры установили новый сценический комплекс для проведения массовых мероприятий. А годом позже приобрели современное световое и звуковое оборудование для концертного зала. Практически на профессиональном уровне здесь проводят полюбившийся многим трехгорненцам вокальный конкурс «Голос». А под Новый год на сцене проходят представления для юных жителей города. Трехгорный по праву гордится разнообразием и самобытностью культурного пространства. Если кому-то недостаточно адреналина на сцене, добро пожаловать в парк развлечений. Стало традицией проводить гастрономический фестиваль «Трехгорный хлебосольный», где жители делятся своими кулинарными достижениями, а известные люди города готовят для гостей блюда разных кухонь мира. Социально значимый проект «Лето в парке» – победитель конкурса от госкорпорации «Росатом» собирал горожан в парке на фестивале, концерты, мастер-классы и фитнес-разминки. «Утес» признавался самым эффективным учреждением культуры в 13 закрытых городах и самым востребованным кинотеатром в области. В рамках национального проекта «Культура» город Трехгорный получил право на создание виртуального концертного зала на базе досугового центра «Утес».
Основным видом деятельности нашей организации, конечно же, является кинопоказ и всевозможные культурно-досуговые мероприятия для населения. Ежегодно досуговый центр «Утес» проводит более 1200 киносеансов, зрителями которых становится более 32 тысяч жителей нашего города. В 2018 году досуговый центр «Утес» впервые получил почетное право стать участником Всемирного фестиваля уличного кино. Молодые кинорежиссеры получают аудиторию, о которой не могли мечтать. А аудитория, естественно, получает удовольствие от знакомства с отличными произведениями. Что же касается киноиндустрии, я считаю, что это лучший вид донесения информации, так как кино по своей природе является синтетическим видом искусства и включает в себя и театр, и живопись, и музыку. После просмотра хорошего фильма появляется желание обсудить его с друзьями, узнать, кто и как понял фильм. К тому же кино несет историческую ценность. Я думаю, что вот если раньше мы смотрели фотографии в альбоме у родителей, то у наших детей уже будет возможность посмотреть видео с живым звуком, живыми эмоциями и в любой точке мира, где есть интернет. Когда на город опускается ночь, Трехгорный не засыпает. Боулинг-центр «Калипсо» встречает гостей зажигательными вечеринками с диджеем, тематическими турнирами и живым звуком от рок-банд. А если душа поет, то и караоке. В лофт-баре «Шишка» тоже много музыки. Гостям предлагают крафтовые напитки и авторские коктейли. После шумной вечеринки, когда ночь на исходе, вдыхая свежий, прохладный воздух, хочется размышлять и гулять по тихим, знакомым с детства улицам до раннего утра. Медленно в Трехгорном наступает рассвет. И совсем скоро, под звуки двигателей автобусов, город откроет новый день.